Всем привет, дорогие друзья! Не понимаю, как ты это добро пожаловать на Like You Game и добро пожаловать на прохождение Skyrim выживание. Так, я, короче, бегал по своим делам, по мелким, по, в принципе, путешествовал по миру, и тут натолкнулся вот на такую сущность. В виде гномика, я не знаю, что это такое. И квест появился, кстати, перехват. Пока еще квест не, значит, не появился, ага. Давайте сохранимся. Сделаем так. Возьмем щиток. Так, и дыхание морозное. Это у нас, в принципе, вот он появился, чувачок. Победите свою тень. А это моя тень. Бля, у нее такой крик есть. Так, а у тебя что, нельзя было лапать? Нет. Так, получить теневик. Ага, я так понял, топор можно двухручный получить, либо... либо вот такой, получить теневик. Так, я получил теневик? Подожди. Ну-ка. Почему топор? Блин, я же нажал на этом мече, когда было. Так, лишний тут все выкидываем. А, ну вот он, ты не вик. Блин, а он двухручный. Тайгер, вот вик. Магик, 30 секунд. Ну, такое себе. Но бесполезно. Я, видите, просто использую одноручное оружие, поэтому двуручных мне совершенно не нужен. Ну-ка. А, мы можем поменяться, ляд, посмотри. Либо топор, либо этот. А топор у нас тоже двухручный, посмотрите. А, нет, смотрите, 29 дамаг. Подожди, 24 это дамаг. Ну, то он плюс дает еще 25 урона холодом. Нет, блин, где этот топор? Чего я на топор не переключить никак? А, ну вот он тоже двухручный. Ля ты пос... Так, а как мы посмотреть можем? Вот такой топорик. Ну да, конечно. Или вот такой меч. Ну меч, блин, выглядит классно, но я же говорю, я не пользуюсь двухручными, поэтому просто будет у меня висеть. Теневик. Тарит 15 дает магии, я так понял, да? На 30 секунд. Подожди, отнимает, наверное. Отнимает магию на 30 секунд. У 2500 стоит, да? Это? А это сколько стоит? Какой дороже из них, кто ты возьмем? А это 2700 стоит. Конечно, его возьмем. Да он и выглядит, кстати. Ну, так. Лядка, посмотри. Переливается такой. Ну, повешу в доме, будет висеть. Вот. Кстати, такого ни разу не видел. Добавили что-то новенькое. С вами был Like You Game и вот такое небольшое событие в Skyrim. Да? Все равно.